Всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем разобрать вот такой небольшой гитарный этюд, который основан на межструнных скачках и гибридной техникой. Это медиатор и плюс палец. Палец мы с вами будем использовать тогда, когда будем выполнять некие прыжки правой рукой через струну. Давайте посмотрим, как мы это будем делать и разберем более подробно. Для начала вам нужно понять, что вы обыгрываете обычный си минор. Трезвучие. Это си, ре, фа, диез ноты. То есть вы сначала играете, получается, начинаем всегда на первой струне с ноты самого аккорда. То есть если это аккорд у нас си, значит мы первую ноту используем ноту си. Итак, удар вниз. И далее мы с вами играем хаммер и пул. В этот момент, чтобы не звучали остальные струны, мы с вами их глушим большим пальцем. То есть получается, затем дальше вы переходите на третью струну, вы играете, это у вас получается фа диез нота, удар медиатор вниз, и далее вы делаете подцеп пальцем на предыдущую ноту, на первую ноту си. Затем снова уходите на ноту си, удар вниз, фа диез и нота ре, то есть получается. Потом, после этого, вы уходите на следующую струну. То есть получилось у вас два подцепа пальцем. То есть первый подцеп сейчас. Теперь мы с вами играем. На пятую струну мы с вами уходим также ударом вниз. И делаем подцеп пальцем. Вниз, потом подцеп. Снова вниз. Делаем пул. Переходим. Перешли с вами уже в трезвучие си минора. И теперь возвращаемся все удары вниз. На каждой струне делаем хаммер. То есть сыграли 5-9. И переходим на третью струну и играем с вами здесь ре фа диез. То есть одним словом у нас получается только фигурируют вот эти ноты. Си, фа диез, ре. Все, больше других нот нет. Затем то же самое, теперь то же самый принцип в правой руке. У вас идет абсолютно то же самое движение. Только уже получается у вас до диез уменьшенный. Затем мы с вами обыграем обычный ре мажор. Затем дальше переходим на ми минор. И возвращаемся назад. Дальше уменьшенный. И приходим в нашу тонику, с которой мы начали. Затем переходим с вами в аккорд соль мажор. После переходим. Это получается у нас аккорд ми мажор. Ми, соль, диез, си, ре. То есть, одним словом, у нас здесь септаккор с вами. То есть, получается, си, соль, диез, здесь у нас ре, си. Собственно, сама тоника, нота септима. Квинта от ми мажора. Обращаю внимание, что в правой руке абсолютно одинаковые удары все идут. Затем переходим с вами на аккорд ля мажор. Сыграли. Затем фа диез мажор обыграем. Это абсолютно такая же аппликатура, как мы играли, когда обыгрывали ми мажор. То же самое. И приходим с вами в нашу тонику. Заканчиваем квартой. И, собственно, аккордом си. Еще вот этот вот, вот это созвучие мы с вами можем играть как вот этими пальцами, так и этими пальцами. Это уже смотрите сами, как вам больше нравится, как у вас больше работают ваши пальцы. Либо так. Итого получился вот такой небольшой гитарный этюд, который, я думаю, вам пойдет на пользу, потому что вы в нем будете играть и гибридную технику, и обыгрывать трезвучие. Поэтому занимайтесь и развивайтесь. Пока.